Итоговое расширенное заседание антитеррористической комиссии состоялось в администрации муниципалитета под руководством заместителя главы города Арсена Шерифова. Присутствующие обсудили ряд вопросов, некоторые из которых касались безопасности горожан в период новогодних праздников и Рождества. Отделом надзорной деятельности профилактической работы по городу Каспийск проводится комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности, в том числе организованы и проводятся обследования мест массового пребывания людей. Опубликованы в местную газету статьи на тему правил пожарной безопасности. Совместно с руководителями объектов, задействованных в проведении новогодних и рождественских мероприятий с массовым пребыванием людей, проведены занятия по разъяснению правил пожарной безопасности, а также соответствующими лицами. Также в целях обеспечения безопасности в городе будет временно ограничено движение транспортных средств 31 декабря 2023 года с 20:00 до 5 утра 1 января 2024 по автодорогам по улице Ленина от дома номер 13 в сторону площади, по улице Ленина от пересечения с улицы Сулейманстальского в сторону площади, по улице Орджоникидзе со стороны улицы Халилова в сторону площади и обратно, по улице Хизроева от дома номер 3 в сторону площади имени Ленина, по улице Советская от магазина номер 11 в сторону площади, по улице Орджоникидзе со стороны городской автостанции в сторону площади, по автодороге Махачкала-Турали-Каспийск от пересечения с улицы Молодежная в сторону Каспийска. Представители образования и ресурсоснабжающих организаций также доложили о проводимых профилактических мероприятиях на время праздников. В целях повышения ответственности работников и обеспечения безопасности работы газокотельных установок, а также защиты их от террористических посягательств в период новогодних праздников на предприятии издан приказ. Специальные копии приказа мы сюда в администрацию отправили. Кроме того, утвержден график усиленного дежурства ответственных работников круглосуточно. И на предприятии, кроме того, эти работники ответственны, чтобы нести ответственность и организовать, принимать оперативные меры в случае, если происходит какая-то ситуация. Помимо этого был рассмотрен вопрос индивидуальной профилактической работы постоянно действующих групп по противодействию идеологии терроризма с лицами, которые подвержены этому. Оружие, выкуп, а также меры защищенности пунктов голосования в период выборов президента Российской Федерации. 15 стационарных металлодетекторов по имеющейся информации находятся на балансе отдела МВД РП по городу Каспийску. Камеры видеонаблюдения по периметру здания установлены в 29 учреждениях. Противопожарные средства, огнетушители имеются в основном везде и по одному. Противопожарные средства, огнетушители, я уже сказала, имеются везде. Генераторы в 23 зданиях, однако, как сказала Азиз Керемович, они установлены не везде. Но в дни голосования они бывают на месте. Завершилось расширенное заседание подведением итогов работы. С докладом по последнему вопросу выступил начальник аппарата АТК Муртазали Муртазалиев.